В аэропорту Нового Уренгоя перепланирован перрон на 40%, увеличена его вместимость, число мест для стоянки воздушных судов выросло с 10 до 14. Также для буксировки воздушных судов весом до 250 тонн приобретен авиационный тягач. Всего до 2021 года планируется обновить больше 70% технопарка воздушной гавани. Пожилым людям необходим контроль за здоровьем. В Госдуме предложили закрепить за каждым пенсионером старше 65 лет терапевта. Инициатива депутата предполагает, что врач будет не просто лечить попавших к ним стариков, а вести их на протяжении всей жизни. Система медицинского патронажа для пожилых людей нацелена на долголетие пенсионеров. Учащиеся из города Касселя побывали в Новоуренгойском краеведческом музее. Им рассказали о животных, которые населяют тундру, об удивительной одежде тундровиков и суровых условиях жизни. Сейчас тысячи человек по-прежнему кочуют по заснеженной пустыне, при этом они никогда не пользуются медицинскими препаратами, а лечатся с помощью целебных трав и специальных камней.